Всем привет! Как я хотел вам показать, как работает RGB подсветка на беспроводной колонке от компании Урал. Это модель GR007 Гагарин. Видео чуть выше я показывал, как она вообще работает, данная колонка. Ну, а сейчас хотел бы показать, как работает сама подсветка. Здесь несколько режимов подсветки. Подсветка регулируется отдельной кнопкой. Она размещается на пассивных излучателях. Ход у них очень большой. Сама резина силиконовая такая вот. Не резинка, вот больше она на силикон похожа по качеству исполнения. Здесь с торца у нас есть металлическая накладка с изображением Гагарина. Видно, да? И на двух языках написано у нас «Он был первым». Переключение, включение RGB подсветки. У нас по кнопке будет по кругу у нас бегать огонечек. Он разных цветов. После 2-3 повторов он меняется на, вот сейчас третий был, и с 4 уже меняется на другой цвет. Следующая подсветка. Это плавно загорается, доходит до максималки и уходит вниз. И уже следующим цветом загорается. Также в RGB цвете. Другой вид подсветки. Уже побыстрее. Также здесь есть подсветка в роли эквалайзера. В зависимости от того, какие ударные, низкие, средние частоты играют, у нас колонка в такт подмигивает. Ну, есть повтор такой вот. И вот просто перемещение самих светодиодов.